Всем привет, с вами снова сайт MagicLesson.ru, и в этом видео я рассказываю секрет фокуса, как же я сделал так, что молоко из газеты исчезло. Итак, вот у нас есть стаканчик у нас необычный, стакан в стакане, вот такой вид. Что мы делаем? Берем обычное молоко, наливаем в большой стакан, наливаем немного, примерно столько, вставляем наш маленький стакан, и он вытесняет наше молоко, и получается так, что наше молоко находится между маленьким и большим стаканом, а здесь у нас пустота. Думаю, все понятно. Что мы делаем дальше? Смотрите, в маленьком стакане есть такое небольшое отверстие, вот здесь небольшая дырочка, и если мы наклоняем стакан, то молоко льется из этой дырки в маленький стакан. Это может звучить сложно, но на самом деле это все очень просто. Вот таким образом молоко выливается из этой дырки во внутренний маленький стакан. Вот, остается у нас столько молока, и я думаю, дальше все понятно. Я просто вылил это все сюда, сделал вид, как будто бы молоко исчезло. И заканчивается этот фокус так, что мы показываем зрителю то, что это самое настоящее обычное молоко. Можно выпить. Вот такой вот интересный фокус. Такой стакан вы можете приобрести в нашем магазине фокусов magiclessonshop.ru. Ссылка под видео, переходите и заказывайте.